Ладно, шучу, я не умер, но я сейчас умру. Нет! Прощайте, я лечу в бездну вниз. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Профит, Угабуга, Гусенек, Васаби, Фуфло, Заварной Кофе, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем махаю. Всем привет, однако. Ребята, сегодня у нас классный режим, будем скидывать друг друга на машинах с очень высокого небоскреба на карте Биг Сити. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, первый у нас раунд, это будет на легковых тачках. Так, надо взять себе что-то, ребята, помощнее. О! Может, она не мощная, но она очень круто смотрится. Так, я одного скинул уже. Да подожди, какой скинул, мы еще не начали. 3, 2, 1, погнали. Так, ребята, и кто у нас будет победителем, тот будет заказывать машины на следующий раунд. На каких будем скидывать. Так, 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 надо быть очень внимательным. Давай, 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 белого вот этого скидывай. Поднял одного. Скидывай, скидывай, скидывай. Ну давай, давай. Так, ладно, ничего не получается. Надо объехать, стопе, пацаны. Аккуратно. Хочу сказать, что у этих машин еще жизни тратится, если долго таранится, то все-таки машина выйдет из строя. О, давай, давай, скину. А, давай, вот этого таксиста, стой, стой, стой. Вы таксиста скинем. Все, таксист улетел. Ха-ха-ха. Минус один. Минус один. Блин, какие-то странные тени, когда мы этот записываем режим, вечно тени какие-то стрёмные появляются. Так, 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 объезжаем. Вижу, вижу, вижу! Дима, жопу мне бей. Да. Ладно, не получится. Сейчас все получится. Ой, я уже скелета вожу. Это, наверное, тот, кто упал на желтом такси. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Смотрите, смотрите. Эй, осторожно, осторожно. Че, еще один кто упал? Нет. Да, я упал. Да, я вижу, машин меньше стало. Ай-яй-яй, это осторожно. Новая машина. Я ее только помыл. Знаешь, Дим, тени, из-за чего происходит? А из-за чего, да? Это, наверное, гигантский сиреноголовый смотрит нашу игру. Наверное, так у него что-то голова квадратная, растень квадратная. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И обязательно написать какой-то креативный комментарий, который попадет в начале ролика. Эй, тихо, 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 есть, 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 вот тебе и обраточка сработал. Блин, да как я не упал, вы видели, это было на соплях. Это было реально круто. Так, осторожно, уже вижу, машина дымит у одного челика. У двоих. У двоих, да? Пацаны, два фуфлика. Знаешь, не Дима, надо. Было близко. Было очень близко, я вообще не знаю, как я там вырулил. Это было на таких соплях. Санечка, Санечка, не надо. Я все, все, еще один улетел. Отлично, ребята. Нас осталось четверо. Так, остались самые живучие. Ой, а, там горит уже у кого-то. Побуксуем, передний привод у меня. Кстати, на райте мне и спасло, что передние колеса были ведущие, потому что заднее колесо свесилось. Все сходится. Гусь Санек, давай, четвертое место для тебя есть. Гусь Санек, ты что, упал уже? Нет, я же. А, то просто у тебя берут, как у тебя есть скины, повторюхи-мухи. Нет, тихо, 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 тихо. А вы горите, отвалите, возле горящих не хочу ездить. Не-не-не-не-не. Вы там уже сами решаете, я свалю. Я в Сане остался. Так кто? Я к Санечке сяду. Вот у Сани остался, эти горят. Эти горят, да? Надо с ними очень осторожно. Все, я вижу, заглох. Вот тут на белой машине заглох. Нет, едет. Давай, Санечка, давай, давай. А ты горящий, что отвали. Ты горящий, ты сейчас взорвешься просто. Надо тебя подальше держаться. Все, один слился. Бокал. Ну что, Гусенек, мы сейчас с тобой будем бороться, да? Ну сейчас третий еще живет. А я вижу, у тебя тоже машина дымит уже. Надо сваливать, потому что он реально как гахнет, колеса поотрывает сразу. Так, у меня, кстати, уже машина подпердывает. Они уже поняли, что у них нет шансов, и они хотят, чтобы угорели. Санечка, Санечка, давай, ты сможешь. Я даже боюсь его скидывать, потому что, мне кажется, если я подъеду, что-то случится. Так. Санечка, давай, ты сможешь. О, у меня машина заглухает. Горит. Отлично, мужики, ну чё? Это сейчас тот шанс, когда я могу выиграть? Ой-ой-ой-ой-ой. Я выиграю! Я наконец-то в первом раунде сразу затащу по красоте. Дима!
Нет, а нет, они... нет, 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 нет. Задний ход, задний ход. Давай, передняя давай, ведущая давай. Машина, это очень круто. Смотрите, что я тут делаю, какие кульбиты. Выджигериваю. Отлично, я свалил. Тут сиреноголовый с квадроголовой смотрит. Отличненько. Не-не-не, ты отвали от меня. Боюсь проезжать возле этих челиков. Так, Санечек едет, отлично. И резко газуем. И он промахивается. Твердый один против Сани остался. Да, у вас машины заглохли, я вижу. Ну чё, Санечек? Да рано или поздно твоя машина заглохнет, и я буду победителем. Все, пацаны удалили машины. Санечка, давай. Правильно сделали, что удалили. А чё ты убегаешь? А чё я должен... А чё я... Всё, машина сейчас твоя заглохнет. Борись как мужик. Реально, молодец, Санечка, правильно сказал. Борись ты как мужик, упади как мужчина. Отлично, ребята, это тот шанс... Ай-яй-яй-яй, давай. Что, что первый передний привод. А классно, классно, кстати. Тяга. Да-да-да, у меня, кстати, тяга и маневренность получше. Давай, Санечка, ты сможешь его скинуть. Так. Отлично, я хочу его немножко потаранить все-таки. Надеюсь, то, что я его тараню, у него машина заглохнет. Отлично, валим. Дима, иди сюда. Нет, я не хочу, я хочу жить. Давай, сусло. Так, я уже сдох. А кто это там на синий? Саня. Саня, давай, камикадзе. Давай. Какой как камикадзе? Ты же должен сам умереть, получается. Да я двигаться не могу, ты меня толкаешь. Саня, давай. В этом и прикол, чтобы ты не смог двигаться. Все, машина заглохла. Все, ребята, я победи... А, ты не... Саня, если кончились патроны, помни, ты есть патрон. Я могу остановиться, ты мне ничего не сделаешь. Уезжай, набирай скорость и врезайся и взрывайся вместе с ним, чтобы не наказать. Да. У меня такое... Ой, Дима, дымится. Отлично, ну я не горю, по крайней мере, он горит. А чё вы все у Димы сидите? Ну, потому что машина тяжелее была, она прижимается. Давай, Санечка, зайди. Так когда у тебя машина уже сдохнет, сколько ты можешь боксовать? Так, я вижу, лампочка заднего хода загорается, значит, все-таки скорость есть у тебя еще. Давай. Хорошо, задний ход сдаю. Санечка. И опять тараним его. Машина подглыхает, блин. Хе-хе, что за карусели у нас? Алло, делайте. Карусель, это радость детей. Давай, щенок. Санечка, давай. Пушки сдохните. Все, короче, я сейчас делаю удар в лоб, чтобы он вообще заглох полностью. И все, я тогда буду победителем, так как машина у меня еще не горит. Так, разгончик. Бум, все, ты не должен ездить. Все, ребята, я победил, смотрите. Ну все, да. Ура! Отлично. Теперь можно брать любую грузовую машину. Либо автобус, или какой-то грузовик, что угодно. Ну, что-то большое. Такой, открываем GTA SA Traders и выбираем любой трейдер. И такое пойдет тоже. Дима, такое можно взять, как у меня? Да можно. О, вот ты взял кабаку большую. Ну ладно, раз грузовые, значит грузовые. Я тогда возьму. Что тогда маневренное брать? Я вот эту возьму. Вот эта машина, это все-таки, знаете, для того, чтобы толкать. Ну что, вы готовы? Да. 3, 2, 1, погнали. О, Дима, ты что, трактор взял? Ой, первый ушел. Сразу. Первый ушел. Так, газуем. Не знаю, может зря я взял этот экскаватор вонючий. Бум, ого, я его загребаю. Переворачивать сможешь, Дима. Вот да, я знаю. На. Нет, на. Пожалуйста, нет. Давай. Там мы вместе зато вылетели с тобой. Ну и что? Отлично. Побудь зрителям щитка. Это было круто. Санечка, давай прятаться. Ого, мне лететь сколько. Так, ребята, как щенка меня выкинули? Ну ничего. Правильно. Чё правильно-то? Четверо уже осталось. О, так быстро все уже падают? Они большие. Ну а что, надо было тоже брать большую машину. Что ты взял? Я же сказал грузовики. Взял рахитную и теперь жалуется. Он сейчас упадет, смотрите. Рахит!
сам улетел вниз. Так, трое осталось. Двое осталось, еще один улетел. Так, ну что, продолжается борьба за первое место. Санечка, Санечка, давай, я давай, давай. Кстати, этот раунд быстро, видите, ребята, прошел. Это хорошо. Теперь выиграет самый умелый и мощный игрок. Давай, 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 давай. Во, отлично, отлично. Ты сможешь, давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, молодец. Хорош, Саня. Санек, это ты выкинул? Да. Ну все, удаляем машины, Санек загадывает. Давай, Санечек, какая у нас будет следующая техника? Короче, GTA со Sports Infernus. 2, 1, погнали. Ой-ой-ой, а чё я так пружиню, как додик? А, ты против меня ничего не сделаешь. Смотрите, ребята. А, одинаковая мощь, одинаковая. Отлично. Ай-яй-яй-яй, было хорошо. Меня скинули. Тихо, тихо. На скорости. Нормально ты меня лупанул. Ой, сам себя. Дима, у меня 300 пин. 400. Да бывает такое, бывает. Что ж ты хотел? А это заслужил. Заслуженный пин. Дима уже дымится весь. Нет, у него это выхлопные газы так идут. Давай, давай, давай. Нет, так не получится. Вот это дам, дым чернющий идет. Опа, осторожно. Тихо, тихо, ты дурак, что ли? Нормально, тарань. Вот это дым чернющий, раньше ты не обращал внимания. Что такой дым черный идет, или раньше такого не было? Дима, ты за это. Из-за графики не было видно. 1000 пин. Бум! Вот это его лупанул, ребята. Гусенек, это я тебя врезался, да? Да. Ты всегда синюю машину, да, берешь? Да, я люблю синюю. Саня горит уже. Это если я его сразу надо. Повредил, так неплохо. Минус в том, что они на скорости не поворачиваются вообще. Давай, это от машины на. Зависит. Гори, я загорел! Да-да-да-да-да! Да ну нет, ну все, я умер, я умер. Ладно, я шучу, я не умер, но я сейчас умру. Нет! Прощайте, я лечу в бездну вниз. Бум, бум. Вот это жесть. Я поддался, пацаны, я вам серьезно говорю. Да? Мы поняли. Да, я поддался. А у меня машина заглохла. На! Это было жестко. Давай, 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 давай! Ребята, улетел. Твои улетели! Все, отлично. Ну все, давай, загадай. В принципе, готовы. 3, 2, 1, погнали. Ой, они такие скользкие. А что она ездит, как конченая? Как на ней ездить? А как ездить на ней? А что она управляется так голимо? Кстати, мы, ребята, вообще ни разу не брали. Это первый раз мы в роли, как используем эту технику. Это тот раунд, где сами все попадают. И все будет просто падать вниз. Нет, ну чё она ездит, как конченая? А чё она реально так ездит? Ну здесь, походу, да. Кто-то мыло разлил. Да? Фейри. Фейри? У тебя мыло фейри есть? У меня такого нету. Это моющее средство вроде бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Во, кстати, этой машинкой если подлавливать, хорошо толкается. Да, Санечек, я сейчас тебе скину. А чё меня кружит? Я жму вперед, а мне кружит. Смотрите, я не держу ни налево, ни вправо. Боже, ну как рахитка управляется. А чё он так управляется? Очень странно. Я же говорю, мыло жидкое разлили. Ой-ой-ой, близко. Чё она так управляется вообще? Я не знаю, как ей ездить. Ой-ой-ой-ой. Вот это колбасит, Санечек, тебя нормально? Еще один улетел. Прощай, щенок. Ого! Вот это я подлетел. Так, есть. Удар. Стой, 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 стой. А без шифта она не ездит? А, без шифта ездит, кстати. Нет, ездит, ездит. Ездит, отлично. Ездит. Ой, один упал уже. О, нет, нет. Есть, боже, оно так легко вообще, ой, тяжело тормозиться, очень тяжело. Главное долго шифт не зажимать. Да, я понял уже это. Так, на строе осталось, пацаны? Ну да. Да. Самые лучшие игроки по рахитным машинам. Сиреноголовый. А у меня бывает отображается, бывает нет, как-то очень рандомно, сейчас уже нету этих теней. Да что у меня, за что, за что?
А ты знал, да, что будет меня колбасить? Ого, Колбасеева. Ого, я тебе помогу, щенок. Нет, нет, если не упал, вот это было бы эпично. Я вот еду. Это жесть. Ой-ой-ой, я сальтуху сделал. А кто там поставил? У нас же трое было, кто там четвертый ставит? У нас было это. У нас трое? А, я понял. Не, пацаны, не мешайте, мы же отвлекаемся. У нас тут серьезная дуэль. Господи, лучше на другие острова вообще не приезжать. А, получается, Гусанёк, я и ты, мы с тобой по разу выиграли, да? Да. У тебя будет решаться, кто из нас займет первое место. А может вообще этот вот третий займет? А, тогда будет ничья. Ну это долго мы, конечно, так будем ездить, надо что-то решать. Вы по краям поставайте и все. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну это мы долго так будем ездить. Надо что-то, я не знаю. Друг друга как-то скидывать, а здесь невозможно скинуть. Не жми шифт, а то колбасить будет. Нормально, я сразу пробел жму. Пробел успокаивает. Успокоительное. Что-то долго. Давайте вы на краешке постоите. Да что-то вообще это нереально. Мне кажется, те все попадали из-за того, что они просто сами спрыгнули. А кого-то скинуть это очень сложно. А, все, все. Нет. Есть! Ну че, Гусанёк, кто ж из нас... Я упал внизу. Я нажимал назад, я тебе клянусь, я нажимал тормоз и назад. Не работает. Назад не работает. Не работает. Гусанёк, так что, ты первое место занял? Я отдаю его тебе. Да нет, ты по-честному, ты же выиграл. Все, Гусанёк, ты в этом ролике победитель. В принципе, как иногда ты выигрываешь, мы тебе поддались, да, пацаны, мы же поддавались? Да, да. Поэтому ты и победил. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эпический взрыв. Подлетало все на карту. И еще.